8 апреля на территории Краснодарского края по распоряжению губернатора будет проведен Всекубанский субботник. Многие славянцы не стали ждать субботы и уже сейчас наводят чистоту и порядок на городских улицах и придомовых территориях. Высаживают цветы, красят спортивные и детские площадки, белят деревья и бордюры. Одними из первых к генеральной уборке города подключились студенты Славянского электротехнологического техникума, работники некоторых торговых предприятий, сотрудники администрации. Ну, сейчас проводим мы субботники в городе, проводим беседу с населением, чтобы выходили, красили детские площадки, облагораживали свои придомовые территории. Это и красиво, и культурно, и аккуратненько. Наш город должен красиво выглядеть. Не оставайтесь равнодушными, присоединяйтесь к Всекубанскому субботнику 8 апреля. У нас общая задача – сделать город ухоженным и красивым. Город, в котором приятно и комфортно жить.